обнаружены 150 тоннелей Третьего Рейха. А сколько еще не найдены? Ответа на этот вопрос не знает никто. Здравствуйте, в эфире новости, с вами Юрий Конгуров. Сегодня наступает новая веха в истории нашей программы. Мы стали выходить в эфир в цифровом формате и на федеральном телеканале «Общественное телевидение России». В связи с этим к нашим зрителям обратился губернатор.